Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Вайтманом. Здравствуйте. Алия в 2016 году, по прогнозу, который сейчас вот составлен, увеличится практически в 1,5-2 раза. Да. То есть 10 тысяч репатриантов из Франции приедут, и из них большая часть молодежи, семьи молодые. Приедут 7 тысяч репатриантов из России, 7 тысяч репатриантов из Украины, 3 тысячи из США и так далее, и так далее. Это предварительные данные. Ну, во-первых, любому человеку все равно нужен угол, нужна площадь, на котором он будет нормально проживать. Так что этим делом должно заняться государство. И не через своих знаменитых посредников, кабланов всевозможных, которые строят за ужасные деньги ужасные дома. А это действительно должна быть государственная программа, когда выстраиваются нормальные дома по точным методам, которые сегодня могут штамповаться как угодно, простые типовые дома. Причем нам надо четко понимать, сегодня с помощью интернета очень много профессий могут быть запущены из Израиля, как будто они и на своем месте в тех же странах существуют. Ну, это вот по вашей части, вот по каббалистической. Вот я надеюсь, что они будут более восприимчивы, потому что люди, которые приезжают, люди, которых выгоняют, они начинают понимать, что здесь существует какая-то особая зависимость, особая сила природы, ее план, какой-то рок, от которого не убежишь. И они должны осознать, что это не только для них уготовлено, но и для их детей. То есть, если они хотят прервать эту цепочку антисемитской ненависти, они должны узнать ее историю, причину и каким образом эту причину обратить из непрерывной, безысходной, ужасной проблемы в, наоборот, в величие, в раскрытие самых высших тайн мира. И уже тогда не об антисемитизме, ни о чем не пойдет речь. Нет, конечно. Тогда человек или народ, который раскрывает миру суть той религии, которую он миру дал во всех ее вариациях, там христианство, ислам, иудаизм и так далее, все верования и прочее, вообще все, что есть, вдруг раскроется, что это все только лишь предисловие к тому великому знанию, постижению высших тайн природы. Вы считаете, это возможно овладеть вот простым людям, которые приезжают? Все обязаны. Все обязаны, не только евреи. И это все можно сделать очень быстро, потому что сила, которая ждет начала нашего маленького запуска, вот именно нажать на кнопку «Пуск», и все пойдет.